Колоритный, самобытный и очень гостеприимный народ. Его представители славятся своей открытостью. С особым почтением и уважением относятся к старшим. Башкиры – свободолюбивые и неустрашимые. Они тщательно оберегают свои традиции и обычаи. В формировании народа решающую роль сыграли тюркские скотоводческие племена Южной Сибири и Центральной Азии. В давние времена люди кочевали, поэтому жили в юрте. Это удобный и практичный дом, который легко собрать и транспортировать. При переходе к оседлому образу жизни стали появляться избы. Мужчина заходит, он вот так вот проходит в этот дом, выше 2 метров, понятно, да? И он, я смотрю, вот так параллель провожу, а у меня Коран ниже его пупка мужчины, да, и это грех получается на мне. В доме представители народа любят создавать уют. Везде хлопковые скатерти и салфетки, льняные полотенца, платки и мягкие подушки. Каждое изделие украшает национальный орнамент. Это настоящая история народа, сосредоточенная в рисунке. В узорах преобладает красный цвет. Башкиры верили, он оберегает их от сглаза, болезней и порчи. Человек в этот мир приходит для того, чтобы воспроизвести себя, родить себе подобное, воспитать себе подобное и отправить дальнейшую жизнь. Потому что даже в любом орнаменте обязательно показано это продолжение, бесконечность любого рода. Это самое главное предназначение любого человека. «Дом без печи, как голова без мозгов», – так гласит башкирская пословица. Этот предмет интерьера – символ семейной и родовой преемственности. По древним представлениям башкир, в печи обитает домовой, а через ее трубу в дом может проникнуть шайтан, то есть черт, антагонист Аллаха. Поэтому все отверстия после топки закрывались. Свои национальные особенности имеет и башкирская одежда. От нее невозможно оторвать взгляд. Праздничные наряды выглядят очень дорого. Так, например, мужской костюм – это рубашка, штаны и широкая длинная верхняя одежда. Незаменимый атрибут – шапка с меховой опушкой. Писец присутствовал, и лиса присутствовала, и черная бурка. Но более такие эти богатые башкиры украшали свою одежду соболями. Когда смотрите на мужской костюм, и сразу вот богатырская вот эта сила, что человек очень как смелый, и он готов к любым, как говорится, действиям. Женский национальный костюм обычно многослойный. Состоит из платья и короткого кафтана без рукавов. Одежду принято украшать камнями, бисером, тесьмой, вышивкой и даже монетами. Их изготавливали из драгоценных металлов. Как говорят, что раньше, когда башкирка шла, ее сначала было слышно, а потом уже видно. Любой национальный костюм – это в первую очередь оберег женщины от плохого взгляда, от плохих людей. Поэтому именно использовалось серебро, серебряные монеты. Пришел гость, значит, в дом пришел праздник, так считают представители народа. Ни одно застолье не обходится без национальных блюд. У кухни башкир есть одна удивительная особенность. В рецептах вы не встретите черный или красный перец, а также чеснок. Зато всегда в избытке травы, в частности, петрушка или укроп, а также лук. Удивительный деликатес и украшение любого стола – это козы. Толпа ждут, когда же я разрежу эту козы. Говорят, мы придем к тебе покушать. Козы – это колбаса, приготовленная из реберного мяса конины. Для сочности добавляют жир и ароматные специи. Варка делает козы особенно нежной и позволяет мясу полностью раскрыть свой неповторимый вкус. Фишка башкирского народа – это интереснейший фольклор. В этом году народный ансамбль танца «Ляйсан» отмечает юбилей – 20 лет на сцене. Коллектив появился в 2004 году. Его развитие было стремительным, вспоминает руководитель Руда Шеймарданова. Желающих стать частью большой творческой семьи оказалось очень много. Сначала молодежь, потом дети. И мы уже были участниками всех межнациональных праздников, проводимых Домом дружбы народов, с администрацией городского округа Самара. То есть мы уже как бы для себя были известны. И, естественно, я очень благодарна своим участникам. Благодаря им мы сохраняем культуру башкирского народа.
башкир есть танцы мужские и женские, сольные и коллективные. И все они наполнены энергичными ритмами и музыкой. Отдельные элементы имитируют движение животных, например, коней или птиц. Здесь каждый жест артиста имеет свое значение, рассказывает историю народа. В движениях башкирских женщин часто можно встретить вот такие движения, когда она смотрит вниз немножко, но при этом ее голова поднята. При этом есть такие движения, которые показывают быт башкирских женщин. Например, они могут заплетать волосы или умываться, или же нарезать блюда какие-то. И вот эти маленькие детали в башкирском танце могут, приобщить к башкирской культуре в целом и узнать, чем вообще занималась башкирская женщина много-много лет назад. Кажется, что ни одна минута жизни башкир не обходится без песни. В копилке народа есть обрядовые, эпические, сатирические и бытовые. Каждый имеет свою историю или легенду, которую, по старинной традиции, певец должен рассказать перед ее исполнением. Рания Хусаинова выступает с песней «Мин Башкорт». Название переводится как «Я башкир». Девушка признается, искренне гордится нацией, которой принадлежит. Посвящена всем башкирам, чтобы рука была твердая, чтобы никогда не опускали голову, чтобы не предавали себя и свой народ. Вообще разные темы есть. Есть про любовь, есть про, допустим, лето, весну. Есть про родных, отца, маму. Голос артистов дополняют музыкальные инструменты. Конечно, самый популярный – это курай – флейта из одноименного дерева. Его звуки способны согреть душу настоящего башкира. Еще следует упомянуть кубыс. Внешне он напоминает дугу с язычком в центре. Раньше изготавливался из гусиной косточки и дерева. Сейчас используется металл. Технику игры осваивают как женщины, так и мужчины. Даже дети с малых лет приобщаются к этому занятию. Мелодия инструмента оказывает удивительное воздействие на слушателя. Убаюкивает и успокаивает. Ничего сложного, лишь бы зубы были. А зубы есть? Так вот держишь? А звучание такое, что внутри дышишь и музыку создаешь, в общем, воздух создаешь, и все. Башкирские традиции – это не только часть истории башкирского народа, это часть современной жизни России. Они основываются на поддержке семейных ценностей. Это яркий пример того, как надо жить людям в единстве друг с другом.